Ой, что происходит? Это землетрясение. Это какое-то панда-трясение. Как спать хочется. Не спать. Надо выбираться отсюда, пока нас камнями не завалило. И чем быстрее, тем лучше. За мной. А вот и лестница. Дальше хода нет. Да, вперед нам не пройти. Будем двигаться вверх. Ты что, вообразил, что мы птички? Как мы вверх-то поднимемся? Я вижу лифт у нас над головой. Сейчас покрутим вон тот штурвал и поедем на лифте наверх. Если поедем, это меня радует. А то мои лапы уже болят от путешествия по этим пещерам. Не бойся, лапы не отвалятся. А если отвалятся? Тогда мы тебя покатим, как клопка. Ну-ка, подсадите-ка меня. Лифт подан, друзья. Мелкий молодчага. Мелкий, там впереди зубастик. Вижу, сейчас мы его покормим. Толкайте камень. Ух ты, вот это круто! Ура! Наконец-то мы вышли из этих пещер на свежий воздух! Только теперь нас поджидают два зубастика. Ничего, мы с ним справимся. А один-то еще и бегает. А зубами-то как клацает. Как бы нам не угодить к ним на обед. Ладно, лезем наверх. Длинный, закинь-ка меня повыше. Может, оттуда будет виднее, как нам пройти мимо зубастиков. Иху! Бобик, привет! Зубастик, приятного аппетита! Одного накормили, а что будем со вторым делать? Длинный, толстый, прыгайте вниз и улепетывайте от зубастика. Мелкий, ты что, с ума сошел? Он же нас слопает. Не слопайте, прыгайте быстро и бегите сюда. Погнали! Зубастик, не догонишь! Ну вот, а вы боялись. Да он чуть нас не проглотил. Длинный, закинь меня вон туда, там кнопка есть. Еще разок. О, лестница. Лезем. Толстый, ты мне на ухо наступил. Прости, я случайно.